Здравствуйте, с вами магазин «База автозвука». Сегодня мы рассмотрим комплект ксеноновых ламп от компании RS, серия Ultra, на цоколе H11, температура свечения 5000 Кельвинов. Комплект ламп поставляется в такой вот упаковке обычной, картонной. Внутри у нас находятся лампы ксеноновые мощностью 35 Вт. Они идут в защитных колпаках для того, чтобы при транспортировке не повредились. Подключаются сугубо на 12 вольт с помощью проводов подключения. И три разъема ведут к блоку розжига. Два из них стандарт CAT идут. Разъемы есть еще стандарты MP. Вот. Вторая лампа абсолютно идентичная. Вот сейчас мы одну из ламп подключим к блоку розжига. Подключение очень простое, все подключается разъем в разъем. Перепутать будет очень сложно. Вот. И у нас лампа готова к подключению питания 12 вольт. Что мы сейчас и сделаем. Подключим и визуально посмотрим, как она будет светить. Подключаем питание 12 вольт. Лампа загорается, в течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Ксеноновые лампы все очень яркие, поэтому после установки любого комплекта ксенонового в автомобиль нужно правильно выставить светотеневую границу, чтобы не слепить других участников дорожного движения. Температура свечения заявлена 5000 Кельвинов. Как мы видим, чисто белый световой поток выдает лампа. При покупке на комплект ламп распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.